Почему? Да потому что куда ни приедешь, везде спрашивают, ой, на первой пластинке одни лица, ай, на третьей, ай, на пятой. Лица-то, может быть, и делают, только прошло уже скоро 29 лет. Иногда на себя с утреца в зеркальце как глянешь, сам себя не узнаешь. Не, ну люди еще немножко знают, поэтому я вот это, по порядочку, с самого маленького, да, я про него говорил, представлял, но не могу не добавить, что это автор подавляющего большинства песен, исполняемой группой. Бас-гитара, заслуженный артист России Юрий Слава. Спасибо, Юрий. Спасибо. Спасибо. Нет смысла что-то долго говорить о нашем Денисе. Денис Юрьевич, он просит себя так в последнее время называть. Как только встал Саша Прабыч, он только Денис Юрьевич. Да, замечательный музыкант. Мы его между собой в команде называем наш главный музыкант, потому что в отличие от нас он знает ноты. Да. Аранжировщик, композитор, поэт, заслуженный артист России Денис Платонов. Денис Платонов. Спасибо. За свой большой, действительно уже большой творческий путь на сцене, и так, без ложной скромности, в общем-то, на большой сцене, потому что концертные площадки у нас очень разные, пересекались и неоднократно с настоящими нашими любимцами страны и так называемыми звездами эстрады и прочее, прочее. Иногда человек имеет консерваторское образование и хорошо знает ноты, но поет отвратительно, кроме фонограммы сделать ничего не может. Но называет себя звездой. Если даже Дима и не знал раньше ноты, когда пришел в ансамбль, но его практика, его упорство и любовь к инструменту сделали свое дело, потому что мы считаем, что у нас замечательный гитарист, лидер-гитарист, заслуженный артист России Дмитрий Ворушин. Спасибо. Ну, конечно же, я про барабанщика не могу не сказать, потому что у нас на сцене всю жизнь пятеро, пятеро и сегодня, вы не удивляйтесь, только барабанщик лет 14 назад, как только появились вот эти вот японские народные инструменты, со сцены сбежал, потому что на халяву можно запрограммировать, называется, да. Ну и таскать за собой его ящики с барабанами, это просто кошмар был, страшный. А в городах найти его было невозможно в 90-е годы. Поэтому мы очень счастливы, Егор тоже получил возможность заниматься звукорежиссерской работой. Егор вместе с нами начинал союзную деятельность группы еще в 1988 году. Наш барабанщик, звукорежиссер, самый сердечный из нас, заслуженный артист России Егор Сердечный. Спасибо, Егор. Впервые весь Советский Союз узнал о том, что есть такая группа «Голубые береты» в апреле 1987 года. Тогда по центральному телевидению шла популярнейшая программа, популярнейшая у людей, у всего Союза. Она называлась «Всесоюзный телевизионный конкурс «Когда поют солдаты». И вот на одном из туров этой программы вдруг такая бомба взорвалась. Бомба — это уже с современной точки зрения, когда вот говорят пиар, надо как-то артиста раскрутить. Тогда и мысли никакой подобной не было. Просто был телемост Москва-Кабул. Страна еще воевала в Афганистане, все переживали за своих сыновей. Конечно, когда объявили, что сейчас прямо из Кабула будут петь наши десантники, все прильнули к своим телевизорам. И, конечно, когда увидели группу ребят с орденами, а я уже в Союзе был, это 87-й год, я с Афгана в 86-м вернулся, служил тогда в Адыгее, в Майкопе. Я когда увидел, сам с Афгана недавно вернулся, сердце забилось так, смотрю, пацаны, 103-я дивизия, и кого я вижу там? Кого я вижу? Все вышли с гитарами, Федорович вышел с двумя пирожками, как всегда у нас. Но очень здорово, что с первого концерта по сегодняшний день на сцену выводит коллектив, основатель и бессменный художественный руководитель группы, кавалер двух орденов Красной Звезды, заслуженный артист России Сергей Яровой.